Всем привет, друзья! С вами снова я, Хантас. Мы продолжаем с вами выживание в игре DayR. Так, здесь я немножко початился, разобрался, кому-то даже отвечал. Ребят, у меня вопрос, напишите обязательно в комментариях. Я не совсем понимаю, что означает. Вот у меня 350, здесь вот также товарищ подошел 350, у кого-то 700, 2300 мы также с вами на видосах видели. Что это означает? Я не совсем догоняю. Так, как мы помним, с вами в Заозерск мы зафармили весь. Так, у меня трабл с едой, а давайте вот эту херню сожрем. Так, так, или не, луч выкинем, ну нафиг ее. Варить, это у нас что, кукурузное? У меня все в принципе есть, костер есть, давайте приготовим. Куда ты уходишь? Через сколько, интересно, оно испортится? Блин, туда-сюда, вот, конечно, это не очень хорошо лазить. Кстати, насколько у меня там кастрюля осталась? Износ 92%. Блин, а что я потом буду делать? Так, так. Где у меня кукурузная хавчик? Испортится через 3 дня. Ну да, лучше не делать еще. Хотя в дорогу. Лучше взять, наверное, сейчас рисовую. Мы нафигачим кашки. Давай, доедай. И мы рис сварим. А, нет, мы знаете, что сделаем? Я что заметил? Кулинария, мы можем лепешку сделать, потому что мы подобрали с вами муку. Две лепехи можем сделать. Кстати, можем также кукурузную котлету. Ой, кукурузную, говорю. Хвостатую котлету из крысы сделать, но, к сожалению, мы и так всех сожрали. Так, и я хотел еще рисовую. Крупу сварите на дорогу себе. Блин, я вообще мастер кулинар, наверное, уже. Соли дофига. Банок уже дофига. Вот, наверное, если у нас закончится, мы банки в ход пустим. Так, давайте, ведя его, пойдем. А что у нас там испорчено? Брюки надо будет нормальные найти. Я перегружен, не могу идти. Ты серьезно, чувак? А чё у меня такого с собой? Чё изменилось? А? Мне же ничего не прибавилось. Может, дрова суть? А, ну конечно. Забыл выкинуть их. 74%. Так, давайте. У нас там Ведяева. Вот вижу, там товарищи лутаются. Эй, блин, ночью, конечно, это я, наверное, зря иду. Опять себе что-нибудь сломаю. И так у меня там сколько переломов было. Кстати, вот когда чат просто так читаешь, много очень интересного узнать можно. Так, и это у нас Ведяева. Так, остановись, увеличим. Что за себя Ведяева представляет? Кратер, еще кратер. Блин, да это вообще... Что получается? Два разрушенных здания, три. И ничего больше нет. Здесь вода. И прямо сейчас здесь уснет нафиг. Так, у нас с водой проблемы. Пить. И да, давайте поспим, я перемотаю. Да здесь радиация. Радиации хапнул, пока спал. Да, я не успеваю все это, блин, есть. Готовить, опять есть. Капец. Локация, искать. Надо факел сделать или что-нибудь еще, чтобы, блин, себе больше ничего не сломать. Так.
Ну зачем? Я не успеваю все лечить. Капец просто, перевязочный материал. Я вообще инвалид ходячий. У меня, кстати, есть этот, как ее, звездочка. Давайте затестим. Персонаж. Где у нас там? Здоровье, вот. Так, получается 24 часа. Один день, три дня. Давайте навскидку. Звездочка нам увеличит. То есть регенерация же ускоряется. Использовать. Персонаж, здоровье. О, вот она. Минус 150 истощения, плюс усталость 50. Регенерация, в смысле, если усталость плохая, что ли? Не совсем понимаю, нафига она нужна. Вообще, что ли, ночью ничего не делать? Это у меня весь персонаж уже инвалид. Так, обыскали все трупы. Изоленту забираем. Повязка на лицо 84%. А та у меня вообще сломалась. Надо забрать, сразу одеть. Надеть. Это рвать все. Порвать. Блин, поднял. Ну ладно. Тряпок хреново туча. Так, два трупа. Четыре трупа. Шапка, тряпки, ботинки. Фигня. Так, все изорвем, походу. Так, это заберу. Ну и все. Ведя его, оно так себе вообще было. Давайте дальше идти. Гаджиева. Водички надо попить. И снова поесть. Блин, оно у нас скоро испортится. Давайте все съедим. Давайте в Гаджиево идти. Так, мы добрались до Гаджиева. Так, давайте с руин начнем. Что мы здесь можем найти? Труп. Так. Все обыскали. Так, что за брюки? 90 износ. Ну, у меня. Так, а эти тоже 90 износ. О, веревка, кстати. Очень она нам сейчас нужна. Все, больше здесь ничего нет. О, уцелевшее здание с двумя подъездами. Так, срочно нужно похавать. Хавать только сгущенка. А, тушенка еще есть одна. И пить. Пить. И еще. Так. Локация. О, это что, батарейка? Нитки? Кажется, мы сможем с вами сделать более лучший рюкзак.
О, нитки, отлично. Батарейку найдем, интересно. Все больше и больше... О, нашли больше предметов новых мы. Встречаем 28. О, новая кастрюля. Ржавая кастрюля. Ну и ладно, это лучше, чем ничего. Так, давайте попробуем. Нам, чтобы сделать рюкзак более плотный. А здесь всего-то вон сколько получается уровней. Это я так быстро развиваюсь, что ли? Нам нужно 4 ткани. Иглу делаем. Делаем 4 ткани. Раз, два, три, четыре. Ну и все, делаем вещмешок. Офигенно. Так, инвентарь. Где он там был? Надеть. А что со старым мы можем теперь сделать? Порвать на тряпье только. Давайте. Нагрузка 78. Так, что мне там? 84. Так. Локация. Мы же все здесь нашли. Теперь следующий подъезд нужно обыскать. Искать чай. Газета. О, наконец-то гречка. 4 гречки. Хлеб. Заварка. Горячий чай можно сделать. Поднять и газету поднять. Разломать нам ничего не даст. Так, надо поесть. Хлеба до хрена набралось. И запьем все это дело. Так, что за гастроном? Магазин? Магазин. Продуктовый магазин, походу. Так, вода грязная, мука, соль, водка. А давайте мы заберем все, он стол все равно не заберет же с собой. Так, это у нас что за здание? Так, не то. Гвозди, шапку. Ну, гвозди можно, да, поискать. Шапка у меня уже есть. Я случайно провтыкал, и у меня персонаж уснул. Усталости много набралось, но он хочет жрать, блин. Проглот. И радиации еще набрал. Так, воду мы потом скипятим. Так, мы, кстати, не доискали всю локацию. Опять я ищу ночью, опять что-нибудь себе сломаю. Шапку только нашел и гвозди. Шапка 0. Ну и у меня, в принципе, тоже на 0%. Давайте поднимем, может быть, с кем-то потом обмен будем совершать. Так, это здание я не обыскивал. Да, 3 провода у базы выживших в Новосибирске. Я еды да много. Проволока это такая редкая, что ли, получается? Ух ты, чемодан. Школьный рюкзак позволяет переносить больше предметов. Для этого необходимо надеть его. 15 килограмм. Ну, я и так сделал себе хороший вещмешок. Мне кажется, он еще больше мне позволяет нести.
20 килограмм, да. О, нашел. Зачем? Нет. Надеть, поднять. Чай поднять. Крупу пшеничную поднять. Эту херню сожрем, наверное. Отравление потом можем вывести ведь. У меня, кстати, какой-то предмет есть, который можем выводить отравление. Так, отравление. Что у нас там лечит? Гриб, по-моему, нет какой-нибудь. А, уголь. Точно, на изи углем лечиться можем. Жажду проспать и все. О. То есть надо жрать эту фигню. В целях экономии. Здесь все забрали. Ух ты! Мед, разные трупы, веревка, кастрюля. Так, все обыскали. Мед, кстати. Голод минус 100, отравление минус 25. Так, ну возьмем, конечно же. Так, 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 так. Трупы обыщем. Спички. О, сколько тут? Даже 4 трупа, то я не заметил. Семьдесят семь. Так. Куртка. Перчатки мне нужны хорошие найти. Отстой. Шапка, отстой. Так, кастрюлю обязательно забрать. А, ну ладно. Нитки-то все равно мне нужны. Порвать. Перчатки, износ 90%, конечно же, порвать. Рвать. На клочья рвать. Все рвать. Уничтожить. Блин, забрал случайно. Спички заберем. Воду. Ну, заберем, чтобы не идти в кратер. Идем в аптеку. Так, это что такое? Гемостичная губка, мощное кровоостанавливающее средство. Остальное мы уже с вами видели. Я, в принципе, практически не трачу эти перевязочные средства и прочее-прочее, спирт. Мы пока подручными средствами с вами справляемся. Подобрать все, идем в следующее здание. У нас остались руины. Ну, давайте глянем, что можем здесь найти. Кремень. Фигня. И последняя. Тоже. Ну все, чё. Давайте. Пойдем так. И я думаю, в этой серии также сходим в полярный, получается, или за полярный. Полярный. Давай, подвигаемся. Блин, радиации набрал здесь. 14. Я думаю, не страшно. Так, что у нас с водой? 8 еще. И чутка поедим. Нафиг мне
Я с собой бревна нашел. Капец. Так, в руинах мы ничего толкового, походу, найти не можем. Так, здесь труп. Обязательно обыщем труп. Один нашли. Четыре. Семь. Семь трупаков. Ничего себе. Кстати. Надо по одному лутать, а то оно как-то накладывается друг на друга. Может, нормальные вещи есть. Так, порвать. Обыскать. Перчатки 80%. А пока шлак. Перчатки 80%. Еще три трупа. 85%. Рвем. Ой, шапка херня. Так. Опечатки еще. Напомню еще раз, почему я все предметы рву, потому что за это мне прокачивается шитье. Уцелевший дом, батарейка, овощи протухшие. Так, попить нужно. За что мне... А, усталость у меня прибавляется, потому что я... Истощение, в смысле, радиации дофига, ё-моё. В этом городе есть радиация. Радиацию мы вывести сможем на изи водкой. Либо отдыхом, либо еще каким способом. Давайте да, все же доищем это здание. Надо попить. И поесть нужно. Так, мука. Твой выход, сгущенка. Искать батарейку, пшеничную крупу. Так, это съедим, давайте. Это поднять. Это тоже заберем. И валим. Нужен лес. Вот у нас лес. Так, нам там еще и пару зданий есть. Обыскать. Надо подлечиться немножко на свежем воздухе. На природе. Так, надо радиацию срочно выводить. Водка. А сколько она выводит? Всего 5. И пусть сам сразу спит. Тут пишут спасибо за рейд на Магадан. Не совсем понимаю, что подразумевается под рейдом. Новый уровень в химии 2. Новый схеме. Костный клей. Сера. Селитра. Порох. Давайте заценим. Химия. Фига себе, сколько серы, 500-700, это как вообще можно внести? То есть нужна посуда, вода чистая, коллоидная сера. Это, наверное, в кратерах можно найти, вообще по логике, если. Калиевая селитра. Порох, конечно же, из селитры, серы и угля делается. Порох 1000, нифига себе, сколько. Ну, уголь мы можем таким образом получить и... Так. Чего только нет. Кулинария. Грибной суп. Уха. Жир.
Копченое сало. Интересно, из кого мы можем сало делать? Так. Кулинария. Грибной суп. Ой, тут суп. Тут грибов-то надо набрать, хреново точно. Он дает грибной суп и кулинарию сразу на 15. Так. Рыба нужна, чистая вода, соль. Ну, тоже на изи. Нож. Посуда, огонь. Зеленый гриб. Оранжевый гриб у меня же был. Так, а жир? Жир. Сырое сало. Сырое сало тоже надо. Это, наверное, уже на... мы охотиться на кого-нибудь можем. Так, короче. Едим. И вперед на поиски. Так, давайте кратер обыщем. Вот, пустой кратер есть. Просто у меня есть подозрение, что мы можем там селитру найти и сер. Аптека. Искать. О, голубые таблеточки какие-то новые. Уголь активированный. Очень много угла активированного попадается. Так, это таблетки. Психотопные. А, усталость снимает 50. Так, вообще забрать все. И давайте дойдем до кратера. Так, что мы можем здесь найти? А он, кстати, покажет, что мы можем здесь найти. Всего лишь кремень. Тогда я не знаю, где селитру искать. Аптеку обыскали, это обыскали. В этом, по-моему, здании ничего толкового нет. А, нет, трупы есть. Еще один. Два трупа. Перчатки 85%. Вот, стой. И шапка убитая. Стоп, а это что такое? Труд. Случайно труд сделал, что ли? Труд я в любое время могу сделать из бумаги, из тряпья. Так что не буду брать. Почта России по-любому. О, посылка какая-то. Хм. Закрытая посылка. Открыть. Огурчики. Бабушка по-любому с дачи отправляла. Чё? Голод минус 75. Еще давай. Больше огурчиков. Еще посылка. Еще посылка. И три по-любому работника почты. Восемьдесят восемь. Так. Пустой труп. И курточка тоже убитая. Газета. 10 грамм 400. Ну, давайте возьмем. Откроем. Нафиг. О. Перчатки хорошие. Так, как нам избавиться вот от этих? А, вот. Порвать. И нормальный надеть. Все good. Наконец-то разобрался. Теперь еще джинсы нормально найти. И будет все супер. Поднять. Ну, давайте тряпки тоже возьмем. Еще выбросим их. Так, радиация набирается. Так. В общем, я обыскал это здание, ничего толкового здесь не нашел, только чисто проголодался.
Ребята здесь вон засели в лесу. Так, ребят, на этом я серию заканчиваю. В следующей серии мы с вами идем прямиком в Мурманск. Пока это... аэропорт даже есть. Пока это самый большой город будет, вообще встреченный мною. На этом все, ребят. С вами был Хантас. Если понравился видос, обязательно поставьте большой палец вверх. Если ты гость, то подпишись на канал. Всем добра. Пока-пока.